Трехминутка любви от Ивана Нови. Часовые любви, вновь я с вами на вы. Вы знаете, ребятки, вот сегодня мы взялись все-таки за... Ну, мы давно покрасили мою комнату в этот прекрасный, мне нравится этот цвет. Но развесить фотографии, картины, я хотел, чтобы это сделала Светочка с ее, ну, врожденным вкусом. Потому что композиция иногда, она украшает картины, а иногда плохая композиция делает картины не, ну, невидимыми. И сейчас Светочка вот закончила эту стену. Решил все-таки вам ее показать, потому что, кроме того, мы закончили, не закончили, но стараемся, пытаемся закончить вот этот, эту стену тоже. Здесь вот висит Вадим Ротенберг, но я не знаю, получится или нет. Сейчас минутку, подождите, по-моему, вот это... Нет, это вентилятор. Минутку. Вот эту стену тоже мы пытаемся закончить. Фотография Давида Рабкина, Вадима Ротенберга. Здесь веселый Иткинд. А здесь вот это вот моя... вещь, которая сделана на экране старого компьютера. Здесь Пушкин и Мандельштам. А вот здесь балкончик поэтов. И я сделал так, чтобы Акуджавы, вот полумертвый Акуджава, он умер на войне, но он никогда... в этом не признавался. Он здесь. И вот я сделаю вот это, то, что я всегда делаю. Для этого теперь это здесь живой Акуджава, а здесь мертвый Акуджава. Вот. И вот такое вот без стихотворения сегодня будет. Хотя, вы знаете, вот я очень бы хотел прочитать это стихотворение Юлии Пикаловой, которое срезано с моей стены в будке, но я его не прочитаю, я его просто вот здесь запечатлю.